Алина. Стой, Алина. Али. Серёжа застал! Это Белена! Да ладно! С помощью HDMI кабеля я передам картинку с компьютера на картинку телевизора, и, в общем-то, так уже, ну, то есть мы действительно будем открывать, как будто бы пах на телевизоре. И в итоге финально это будет примерно вот так вот выглядеть. То есть смотрите, у меня даже название вот этой штуки, я не знаю, будет видно, вот, ну, в общем, название его клуба, оно не закрывается, то есть действительно будет выглядеть все максимально естественно, и так как это ноутбук, я смогу ролик здесь закрыть, и он продолжит, в общем, здесь показываться. Это будет очень круто, я надеюсь, что он поверит в то, что у него выпал пиле. В общем, моей задачей будет как будто бы все подготовить заранее, и когда Денчик придет, я просто его посажу сюда и сделаю вид, что как будто все у меня готово. Дэн, побежали снимать. В общем, друзья, не знаю, получится у меня или нет, но если да, то вы обязательно увидите этот розыгрыш. Вот так. Короче. Всем привет, дорогие друзья! Всем доброго времени, суток! Что дальше сказать? Я не знаю, ну давай ты-то начни. Всем привет, дорогие друзья! Всем доброго времени суток! С вами Герман Эль Классико! И Денчик Фломастеров! И сегодня мы открываем паки! Мы открываем паки на 300 тысяч монет на аккаунте Денчика Фломастерова. Как я уже сказал, у него 30 тысяч человек на канале, так что ссылочка в описании. Надо набирать еще больше. Ну все, поехали, давай, братан! И первый пак... Будем надеяться, что Златан Ибрагимович, мой братишка, выпадет нам. Вот, ну, все-таки он еще... там еще и Неймарчик есть, не только Златан Ибрагимович. В команде недели сейчас и... Первый пак. Харикейн! Нам принесет, ну Харикейн не фартовый. Нихуя! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Это Белена! Это Белена! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Это Белена! Ебать! Это Белена! Это Белена! Ёбаный в рот! Это Белена! Да ну да! Как это может быть? А что это за херня сейчас произошла? Нет, сам, подожди. Ты чё, охерел, что ли? Ты чё, охерел? Мразь. Слышишь, это розыгрыш. Я чё-то контракте не хватили, ты чё, долб***, что ли? Чё за херню ты нахер творишь? Это... Меня серьёзно трясёт всего. Я сам, слышишь, я монтировал 2 дня. Эх, ты долбанил, просто кретин. Я хотел разыграть. Он будет весь матч молчать. Первый ролик, где я буду молчать. Он молчит эмоциями, ну как-то мы будем передавать, ну будем держаться. Надеемся, что все получится. Очень сильно надеюсь. Мы еще, может, в перерыве что-то обсудим. Но вот сейчас будет связь с акулом. Тёма перестает что-либо говорить. И я вот беру свои эти наушники авиатора. И я буду на связи с ним. Только, пожалуйста, не ругайтесь на меня, если я даже удар с навесом перепутаю, потому что я месяца 3 не играл. Если вообще что, я подыграю и скажу: о, гандикап, у меня игроки не бегают, что-то игра не удается, да. Типа, может, я поспал мало. Состав жесткий. Ты готов? Поехали, да. Так, ну посмотрим на твой псевдосостав. О, а вот Рэшфорд зря, Да? Он мне вообще не понравился, я поиграл за него, он такой... А как тебе мой состав? Но состав охуенный. Ты будешь делать киберспортивную паузу? А ты? Нет. Поехали. Да ёбаный рот, я уже сделал. Гвардиола, Гвардиола. А, ты Гвардиола? Да. В Казахстане Гвардиола, да? Да, но у меня пас должен... Ну тогда со мной... Ну тогда типа со мной Мауриньо, будем считать. Сидит причем. Спокойно, спокойно. Я прижал, 100% владение. Да, прижал. Пиздец. Так, да, дай мяч-то. Да как? Как все это прошло? И первый удар 1-0! Сережа отсосал! Бум! Ай-яй-яй, Месси! Месси! Что, Сергей? Я в шоке. Так, вот и пауза понадобилась, да? Так. Только посмей. А Месси опять открыт. Только посмей. А Месси удар. Ай, наебал, не удар. Блядь.
Кто там придумал? Ой-ой-ой! Что? Пяти! Блядь, что это? Гол 2-0, соси! 2-0. Бум! Да! 2-0, кефир летит от меня! Боже мой, я во сне, ущипните меня, ущипните! Боже, реально, я выиграю 2-0! Что творится вообще? Ой, блядь! Посмотри на их лица, как будто они, блядь, каждый день делают. Бля, надо камбэчить, иначе сама разорвется. Да, да, да. Попробуй только не выложить ролик, я геймплей записываю. Ой, какой подарок. Просто... Ай, блядь, видишь? Ооо, 3-0! 3-0, вы видите это? Я выигрываю кибер 3-0! 3-0! Ебать! Ты видел этот гол? Я видел, как проебался защитник, да. Первый тайм закончил. Давай на статистику посмотрим. 6-3. Один удар у кибера в ворота. У меня, и как будто, знаешь, команды в центре поля нет. Так спокойно проходишь, на самом деле. 4-0! Я выигрываю кибер 4-0, Серёг. Ты веришь в это? Ты видел, как вратарь мой стоит? Ай, паста только! Опять смотри, у меня просто защитники отскакивают. Что? Блядь! Если бы еще и забил. Какой момент? Блядь, 0-4, ты гонишь вообще, блядь? Хватит! Это же историческая победа. Боль! Какая боль! 5-0! Гол, кибер! 5-0! Ебать! Угу! Вера, Вера, Вера. Кто-нибудь когда-нибудь выиграл 5-0, скажи мне? Скажи мне, когда-нибудь кто-нибудь. Да, было, 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 было. А было? Было, было. А вот 5-1 сука! Не было, а? Ладно. Ну радуйся, 5-1 против акулы, 1-5. Выносит. И да финальный все, свисток должен прозвучать. Да, финальный свисток. 5-1. Поздравляю Панаму, то, что она не проиграла в суху. Игрок матча вот этот лысый лобастик. Ты не знаешь даже, кто игрок матча, ёпси. Там, блядь, это вот там стоял, ты сам знаешь. Он не стоял, он сидел на месте. Он просто сидел на месте. Ладно. Спасибо, Серёг. Спасибо тебе. Спасибо тебе. С вами был Кефир, с вами был Аку. Подписывайтесь на мой канал, там до миллиона дойти надо. В конце можно сказать? Давай, говори. Изи катка. Я сказал. Сколько лет я ждал этого. Ладно, все. Максимально пригладили. Умеешь сам это делать? Да, попробуем. Обычно, гелик. Просто тебе их надо. Да. О, hello, yeah! No. Ah, look at the top of his head! Ну такой модный дед. Мы хоть немножко и опаздываем, но должны успеть к середине тренировки, поэтому меня там уже все ждут. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Когда мы были молодыми, просто дедушка Сережа, который смотрит на вас и вы меня
Ну вот я перевоплотился в деда, и не знаю, насколько я был похож, а насколько нет. Вот, например, реакция Моти, который реально охренел и такой: «А, это ты? Серьезно?» Я не знаю, я сейчас посмотрела, можно же говорить, что я посмотрела уже готовый ролик? Я не знаю, может быть, просто потому что я знаю, что ты в этом гриме, но я тебя вижу сразу. Если бы я там была, и, допустим, я бы не знала, как тебя гримируют, но ты зашел, я бы сразу сказала: «О, это Герман». Но при этом ребята не подали виду, и они, конечно, посматривали так в мою сторону, но реально на протяжении всего вот этого вот занятия вот прям вообще не было такого, чтобы они: «О, Герман» и так далее. Хотя если бы это было какая-нибудь там сходка или любое другое мероприятие, они бы 100% так отреагировали. Кстати, а вот этот вот мальчик Сережа, он очень круто отыграл, что он мой внук, потому что он единственный, кого мы предупредили, помимо Эльхана. Естественно, я пришел ближе к концу тренировки, немножечко так отсиделся в уголку сначала, какое-то время не подавал виду, потом начал говорить о том, что вот у нас, да мы раньше, и Эл такой: «О, вы там что-то подсказываете? Ну идите, давайте поиграйте». И немножечко мы подвигались в футбол, немножечко вот поиграли один в один. Итак, сейчас мы играем один на один. Может, покажете студентам, как ваш год? Просто любит жизнь. Вот сундук, сейчас, кто это написал. Алина, стой, Алина! Алин! Нихуя себе реакция. Такого не ждал. Не ждал, не ждал, не ждал. Стой, 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 стой. Алина, стой! Я не знаю, почему она мне написала это. Максим, потому что ты ей звонил вчера вечером? Я ей вчера не звонил вечером. Да? Да. А сообщи, а в звонках, Максим, ты звонил ей вечером. Максим, я не хочу так больше разговаривать. Хорошо. Алин, пожалуйста, просто глянь вот это, умоляю тебя. Я не хочу, пожалуйста, я не хочу, пожалуйста. Нет, прошу, умоляю, возьми. Нет, пожалуйста. Нет, Максим, я ничего не буду смотреть. Посмотри. Я свободен. Это был розыгрыш. Посмотри, пожалуйста. Максим. Пожалуйста, посмотри, что в телефоне. Я Алин. Не хочу ничего смотреть. Я не хочу ничего посмотри, смотреть. Посмотри, Максим, пожалуйста. Уйди, пожалуйста. Стой, 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 уйди, смотри, пожалуйста. Я не хочу никуда смотреть. Она хасла!